Здоровеньки были, дорогие друзья. Меня забрали в ментовку. Это этот. Мне надо было начать. OG Loke, CJ! Hey man! It's OG Loke, homie! OG Loke! Ладно. Короче, да, кто проходил GTA San Andreas, тут поймет, кто такой. OG Loke! Как он говорит, прям идеально. Сегодня у нас тюнинг Бестии Mercedes-Benz E212 AMG. Вот просто идеальная ешка в моем понимании во всех кузовах. Так что лайк, подписка и мы начинаем. Короче, если кто не понял, вот такая вот ешечка у нас присутствует на данном проекте, который убрали почему-то, вообще не понимаю зачем, и еще раз добавили. Но добавили ее, плюс еще новый тюнинг на нее добавили, и она стала вроде дешевле или дороже или что. Ну, короче, в первую неделю, даже полторы, ее тупо не купили. Ну, не, неделю, где-то неделю она держалась, что ее все выкупали. На восьмерку, конечно, ажиотаж был побольше, чем на нее. Вот. И... Чё? Я купил. Просто, в моем понимании, это идеальная ешка. Конечно, вот всех ешек мне нравится вот эта, есть 212-я. 124-й неплохой, ну если в хорошем состоянии, волчок черный на хроме, на аэро 2 дисках, просто на этих МГшных, вот это тоже идеал, конечно. Лупатый не очень, 210-й, ой, хоть 211-й, это лупатый 210, 211-й, ну прям такое. Ешка Дори Сталин, которая у нас была в ментовской, не нравится, вот это прям идеал, а 213-й слишком... Прям такая зализанная вся по формах. Не, спасибо, Хуракан, конечно. Кто это такой? Что за разбийник, я не понял. А вот новая ешка, которая скоро должна выйти, вот это прям тоже неплохо по дизайну. Я бы ее тоже белый. Ладно, не спойлеру. Короче, видос записан, конечно же, до конкурса. Это видосы будут выходить, потому что у меня сейчас сессия, плюс куча всего надо сдавать. Вы, наверное, увидели, что уже неделю роликов не было. Конечно, этот ролик выйдет после восьмерки, потому что я говорю, что роликов уже не было неделю. Я, конечно, забыл. Пробовал настроить микрофон. Может, лучше сейчас будет, не знаю. Пишите в комментариях. И первое, что хочу сделать, это... Есть у меня такая вот прекрасная приора, которую подарил мне подписчик. Еще очень-очень-очень давно. На номере MMR887777. Как бы мне не хотелось просто отсюда номер забирать. Но я вот думаю. Вот я могу, конечно, сделать на эту приору другой номер. Но в то же время мне на ешку надо какой-нибудь номер. Тоже офигенный. Поэтому не, пацаны, я все-таки... Вот я только что был в полном создании того, что я сейчас приду и сниму с этой приоры номер. Но почему-то его не снял. Да. Короче, AMG 63, скорее всего, это ешка. Хотя... Прям пипец, какая навалка. Да. Заезжаем. Я надеюсь, сейчас не будет по просто облачным ценам обвеса, потому что у меня 3800. В принципе, дешево. Так, мы можем поставить E63 MG шильдики. Это те, что были. Можем сделать Брабус. И можем сделать просто Мерседес. Я сделаю Мерседес, потому что эти Брабусы, Хаманы, что-то Менцери, это такой просто пипец, если честно, для меня. Вот мне нравится около стока. Вот немножко антихром сделал, вот это уже идеально. Кстати, они здесь тоже антихром сделали. Блин, они прям слушать начали или что? Второе. Брабус. Брабус, ну это, блин, как на кого? Потому что половина на сервере добавилась этим антихром. Половина на сервере, блин, добавили Брабус. Оно же не смотрится, оно же кончено смотрится. О, что-то я перехвалил, потому что спойлера по 70, по 50 тысяч, бампер 250. Ну, в принципе, на Шкоду тоже я влепил full пак. На Шкоду 350 тысяч стоит. Ладно, Брабус 250 и сток 230. Но мне не нравится этот... Блин, я думал, они антихром сделают. Блин, они не сделали антихром. Они сзади сделали антихром. Ну, вот эту решеточку. Не решеточку, а вот такой вот молдинг. А вот эту не сделали. Хотя в заднем бампере, подождите. Давайте задний бампер. Но МГшник, честно... Ой, говорю, МГшник. Брабус смотрится прям нормально. Но...
А, вот этот, кстати, тоже норм. Карбончика добавили, сделали антихром. Окей. Сзади на антихром. Диски, кстати, я думаю, не менять, потому что они идеальны. Мне нравятся они. Ну, морду они могли сделать антихром. Либо я сейчас где-то провтыкал, и я не увидел. Хотя нет, вот. 70 тысяч. О, передний бампер. Ну, получается, браво столько антихром. А этот, получается, хром. Ну, не... Ну как не бомбить? Вот здесь сделали шильдик антихром, здесь антихром, здесь антихром, здесь антихром сделали. Не, ну вот это возле возле стекла, вот этот молдинг на ручках дверей. Они же забыли на камере сделать решетку ту антихромовую, вот это антихромовая. Она была бы в антихроме злее. Может, из-за того столько брабусов ездит? Потому что если вот добавить брабус... Блин, вот если добавить брабус, она антихром становится. Она вот становится прям идеально. А когда это хром, а это не хром, это смотрится очень тупо. Называется я хейтил. И здесь решил сделать брабус. Блин, 620 тысяч мне уходит. Или сделать... Подождите, если вот такая вот... Все, что добавляется, это... Это делается вот это карбоновое. Убирается шильдик AMG отсюда. И добавляется вот такой вот диффузор. Но мне не нравится вот эта дырка. Может, это и в жизни есть так, но не, не смотрится. Не смотрится, не-не-не. Ладно, я буду со стоком гонять, потому что брабуса не хочу. Но антихром, антихром, ну чё, придется либо делать полностью обычную, не антихромовую, либо делать вот так. Не, давайте так все-таки оставим. 370 тысяч. Дзынь. Не, или, или не надо было. Блин, ну если... Ну если так сверху, оно прям кончено смотрится. О, кстати, гелик. Ну ладно, пойдет, короче. Чё, я диски не хочу ставить? Ну потому что диски сюда не пойдут особо. Ну, есть там диски. Могу, конечно, улепить еще такой, как у меня на Шкодах. Да, на Шкоде стояла еще на куча... Куча-куча транспорта стояла у меня тоже. Но нет. Лайфхак, кстати, кто не смотрел. Вот выбирайте кристально-белый цвет, и он бесплатный. А вы заметили, почему-то на восьмерке писался кристально-белый цвет за сколько? За 30 тысяч, а здесь белый. Я понял. 80-80 сотка. Все, покупаем 85 тысяч. Вот, блин, антихром был бы, вот был бы идеальный. Вы просто не понимаете, из-за того, что я зарою влеплю в белый цвет, и сзади будет антихром, а спереди вот такая вот. Не очень. Кстати, ой, я думал, я уже взорвусь. Это имба, кстати, еще для трека. Сколько? Бак, 70 литров. Для трека, потому что, кто смотрел видос про гонки, если не забуду, сейчас подсказка вылетит. Там пацаны ездили на 212 ешках. Значит, по идее, она должна была хорошо управляться. Только я что-то ездил на чиповку и забыл здесь чип изменить. Ну ладно, все равно мы большую часть будем ездить вот так с видом сзади, спереди не очень. Ну блин, давали бы антихром отрели. Не смотрится. Не смотрится. Надо будет еще купить его, ее, вернее, конкурента. Это BMW M5 F10. Кстати, они как добавили F10, она теперь стоит меньше, чем раньше. Раньше F10 стоила, они же ее убрали, да. Раньше F10 стоил... Блин, пожар. 50 хп, я понял. Раньше F10 стоила на БУ 5,5, если не ошибаюсь, 5,5. А сейчас на БУ она стоит 4,300. Не, 4,800. А пацан мне один предлагал за 4,300, вроде так. Так, я металлик уже настоит, белый просто. А если черную сделать, подождите. Ну, черная металлик, кстати, тоже неплохо, но я хочу белую ешку. Потому что у меня еще была белая ешка давно-давно. И смотрится она, кстати, идеально. Только зачем я так поспешил? Ну вот так, смотрите, да? Все черное, черное. И значок здесь хромированный. Не очень. А если хром? Не, ну это сатин. Не, не сатин мне не нравится. Не, ну так уже как смотрится. Ну, конечно, я фонари уже слишком закатал. Не надо было их прям катать. Ну так-то вообще... Смотрится. Кайф. Неплохо.
Ладно, давайте, короче, следующий пункт это у нас чиповочка, потом, ну да, чиповочка и номер, ну, в принципе, все. Блин, можно на нее ESGU поставить, она же такая офигенная. А, без чипа у меня едет 146. Ну, в принципе, чё, нормально. Удачи, мы бы хотя бы ютубере вывезли смотру на новый уровень. Да. Да-да! Да, пацаны, вот такая вот грустная ситуация происходит. Вот давайте перезагружу просто. 89 на 3, 62 на 1. А нет, подождите. Ну, 89 на 3, 117 на 1 и 106 на 2. Мне кажется, пацаны, смотря немного умирает. Потому что раньше заходишь на 3, 200, на 1, 300 с чем-то, на 2 тоже 300. В дни обновления там просто сервера full забиты 3. А вот так она тупо пустует, все. Вот я не понимаю, надо что-то придумать. Вот я бы, если бы я создавал сервер, кстати. Вот смотрите, ни на ЕКХЛВ, ни на ЕКХЛС никого нет. Это уже должно про что-то говорить. Кстати, в последнее время все ездят на ЕКХЛС, а на ЕКХЛВ никто не стоит. Надо что-то такое, чтобы игроков заинтересовать, чтобы они здесь сидели и сидели. Просто в последнее время я вот неделю, полторы тупо не заходил, мне тупо желания не было. Короче, ставим сюда российский номер. Конечно же, по традиции, у меня на том, на той Ешке, не помню, какой номер стоял. Но помню, у меня еще, пацаны, та Ешка была 572, и у меня еще была на первом сервере Ешка. Она была в зеленом камуфляже. Идеальная просто, потому что в моем городе ездит Цешка 63-я, 214-я, ой, 212. Чего, блядь? 204-я Цешка, зеленая камуфляж, и я сделал такую же Ешку в зеленом камуфляже. Еще на первом сервере у меня здесь, там были номера О778 или 788, МР98, вот. А здесь у меня были номера ОМР 787, а я взял их, слил, и сейчас мне пацаны их предлагают за 2 миллиона. Короче, да. Я буду банальным, но вдруг, может, вдруг повезет. Хочу только ОМР, потому что нравится прям пипец как ОМР. Другие номера не хочу, но, блин, вряд ли здесь что-то есть. ОМР. ОМР 212 есть? Не, 212 не смотрится. ОМР 002-98. А 78? Тоже занят. 00... А, подожди, давайте 008-78. Занят. 98. Тоже занят. Блин, надо что-то такое интересное просто. Есть у меня какой-то номер-нибудь? Нет у меня никакого номера. Но, блин, и очень хочется ММР-ки сюда влепить. А на приору можно что-то другое. ВВВ. Неплохо. Блин, давайте, знаете, пацаны, как сделаем? Блин, если купить это сюда номер... Чисто моя дагестанская. Если купить вот... жаль, что номера... Ой. Ничто нету. Антихромок на передний бампер. И знаете, что я думаю? Я вот могу с приоры сюда поставить за лям и перекинуть на приору. Это лям 600 выйдет. А если просто перекину, это 600. Хайпер Дарк, привет. Привет, ладно, давайте все-таки на при... Вот, блин, приору с одной стороны не хочется трогать, но номер там-то идеальный. Ну, конечно, можем поколхозить немного. ОМР 001-178, я его слил на цешке. Вот, блин, столько я номеров слил, охрененных просто. Вот тот, вот этот, нафига я слил 178, скажите мне, никто не скажет. 007-178, 198 же есть. 198. ОМР 001-198. Блин, можно 001-198? А если 887-178? А 109...
У тебя случайно нет гелика пустого? Да нет. Вот ОМР 887-197 было бы офигенно. 887-198. Не, давайте 88. Ну, 887 просто цифры офигенно. Можем, конечно, 001. 198 будет 001. Давайте 001. У нас все-таки дороже будет. Ладно, ставим 001. И, ну, в принципе, ОМР 001 тоже норм смотрится. Но только было бы вот без единички, было бы просто идеально. Но не знаю, в кого сейчас эти номера, сколько они стоят. Но, в принципе, вот такая вот белая ешка на этих дисках просто. На ОМРках 01-198 регион. Конечно, кто на ОМРках на 198 ездит? Это, если не ошибаюсь, самый новый регион в России. Кстати, сколько ешка едет? 300, подожди, 370 я увидел, и это был не предел. Так, так, погнали. Кстати, новое, 40 километров пробега. Я, кстати, его взял с БУ. 385. Ну, в принципе, как гелик новый. Да. В принципе, кайф. Ешка пока, наверное, первое время буду ездить на ней, потому что она прям идеал. Может, потом еще что-то куплю. Но есть у меня одна тачка, которую я очень хочу купить. Прям очень давно. И, возможно, я ешку продам, чтобы купить эту тачку. Но второй вопрос, зачем я ее тогда покупал, если я буду продавать. Не знаю. Короче, да. Лайк, подписывайтесь, если вам понравился данный видос. Пишите, что вам по поводу ешки, по поводу номера. Если у вас есть какие-то номера, не особо дорогие, предлагайте мне... Вале, ссылочка в описании. Мы смотрим, возможно, именно ваш вариант покупки. Ну, с вами был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока. Трёшка. Привет. В продаже? Не. Не, пацаны, не. Ну, не могу. Не могу, ну кого я обманываю, ну не смотрится ОМРки здесь, кого, вот это, ну ОМРки 001 смотрится, но без этого 198 региона, клятого, а? Не смотрится, я не могу, пацаны, извиняюсь, это будет, конечно, в черном фоне, даже звук обрабатывать не буду, буду говорить как можно тише, но не могу, прям рука дергается, просто где, все, давай, о, а теперь... Вот теперь можно никого не обманывать, потому что вот это прям идеально. Как и есть такая, я вроде или в Ютубе смотрел, или по телеку, идеально, Джонни, или как там эта реклама, кто видел, смотрит. Ну, в принципе, на приоре, как она король, она Урал, 001 тоже смотрится, 198, тоже нормально, но теперь ешка на ОМРК. Блин, были бы ОМРки. Нахрена я их слил, я не понимаю. Эти же были идеальные номера. ОМР 887. Еще на 78 регионе. Ну, в принципе, сейчас ММР на 777 тоже неплохо смотрится. Вот, теперь всем удачи. Адьос, там, амигос, пока, там, бай. И все остальное.